И вот этот фейерверк теперь у меня будет до утра практически. Я сказал сегодня там в первой части, что как-то не сильно салют. Ну нет, все, стрельба началась. Пахнет конкретно порохом вот этим вот. Потому что вот здесь за окном на площади стрельба, бесконечная стрельба этих самых фейерверков. И уже не знаешь, как к этому относиться, хорошо или плохо. Вот сразу думаешь, что сейчас ребята, которые там на фронте, для них эти звуки, этот запах отнюдь не столь радостные, скажем так. Поэтому у меня сложные очень отношения. У меня всегда было сложное отношение вообще к праздникам, к Новому году в том числе, и тем более сегодня. Вот за моим окном, у меня за спиной, это будет продолжаться до утра. Это отдельный разговор, насколько это все правомерно. Вот. Ну, люди не возмущаются, им нравится, значит. Ну да и ладно. Я еще поработаю немножко, посижу в интернете, пообщаюсь. Сейчас просто включился, чтобы показать вот ту атмосферу, ту обстановку, в которой я нахожусь, в которой я прихожу в 23-й год. И мне так, в общем, нравится. Правда, в прошлом году, единственный год за все, наверное, лет 20, я ведь в прошлом году встречал в Москве на Красной площади почти. Я еще покажу эти кадры, напомню и себе, и всем, как это было. А тут вот у меня мои друзья плюшевые. У них, как и положено, тазик этого салата оливье, мандарины и мед. Что еще нужно? Вот Мишка Патриот, который поет свою песню. Ну ладно, с Новым годом, друзья, товарищи, господа, товарищи, друзья, с Новым годом, дай Бог, как говорится, с новым счастьем.